это светлые волосы, а так ничего особенного. Но они светились в дождливой холодной морозе, и казалось вокруг, что солнечно. Он шел за ней, как на буксире, а потом невзначай обогнал. Но она не была красива, и он это заранее знал. Потоки чистейшего света впитывались глазами, а все линии силуэта как будто бы ускользали. Этот избыток света слепящего делает все недоказанным, а лицо словно в дымке у спящего, размытым и недосказанным. Ему нравились лица брюнеток, и чтобы черты не таяли, но дома ее портрет он написал по памяти. И солнце светило низко, и рябь на воде горела, и кисть импрессионизма нисколько не устарела. Портрет получился удачным и отправился в галерею, но то, что случилось дальше, было совсем не линейным. Он дважды свою картину продать отказался глупо. Один раз отчасти картина, второй раз почти что грубо. Он забрал свою лорелею и унес к себе в мастерскую, и был совершенно уверен, что не тоскует. Он все время думал о деле, и брюнетки при нем остались, а светлые параллели не пересекались. Меридианы с нездешним упорством сходятся проулками и дворами, ныряя стремятся к полюсу, но это другая порода, и цели их нам неведомы, а мы параллели всего-то смотрим в окошко неба. Так думала Лорелея, ехавшая в автобусе. Вертелась счастливый билетик, невзрачная в общем особа. О портрете она не знала и художника не заметила. Летом было так мало, оно кончилось на рассвете. Но горит огнем аметистовым и дышит во влажном ветре прибежище и амнистия нивкалинова. Для тех, кто стоит, забывшись, с ключом на лестничной клетке, а в небе висела комета.